Всем здравствуйте, меня зовут Любовь, и сегодня мне хотелось бы рассказать вам о вот такой вот продукции от компании Faberlic. Это тушь для ресниц Glam & More, артикул 5778. Данную тушь я приобретаю впервые. Впервые сегодня красила свои реснички, но уже в конце дня тушь немножко осыпалась. И сейчас я ее распакую и немножечко расскажу. Об этой туши я слышала много отзывов. Вот так она выглядит. Вот, довольно-таки презентабельная такая люксовая упаковочка у нас. Здесь у нас 9,5 миллилитров. Так, обратите внимание на щеточку. Щеточка у нас силиконовая. Что первое бросается в глаза, так это наличие комочков на щеточке. Да? Щеточка у нас такая веерообразная. С одной стороны у нас полностью плоская щеточка, а с другой стороны на 180 градусов у нас расположены ворсинки. Я была немножко расстроена, когда я открыла эту тушь, раскрутила, да, выкрутила, и мне захотелось вот эти вот комочки прям смахнуть. Что я сделала, так это взяла и вот такими движениями собрала ненужное количество туши, да. Все равно, обратите внимание, вот они комочки, вообще не люблю комочки. И далее, что я делаю? Обычно я наношу сначала сыворотку для ресничек, и далее я наношу тушь. Когда я нанесла первый раз тушь, все равно остались комочки. Я постаралась распределить по всем ресничкам максимально, постаралась убрать ненужное количество туши. Но, честно говоря, все-таки я вклиню в этот обзор вот эту тушь. Вот эта тушь моя любимая. Сейчас пойдет сравнение, конечно, да. Это тушь от компании Faberlic Miss Curl. Черничный, коричневый, черный цвет. Можно сказать, сегодня я изменила этой тушей, и я сделала вывод, что вот это вот моя любимая. Даже вот смотрите, я пользуюсь этой тушью, наверное, где-то полгода. Обратите внимание, здесь тоже силиконовая кисточка. Но обратите внимание, сколько этой туши, да, ни одного комочка здесь нет. Это кружка откручивающая, вот обратите внимание, коричневая. Коричневый вообще на лето было обалденно. С коричневым цветом глазки, более такой теплый взгляд у них и черничный цвет. Девочки-блондиночки, это ваша находка. Вот, обратите внимание, не синий, не синий, но черничный такой, больше фиолетовый, наверное, цвет. А у меня свои реснички темные, оттенок, он выглядит очень красиво, особенно когда выходишь на улицу. Есть солнышко, нет солнышка, все равно заметно, что на ваших ресничках нанесен другой цвет, нежели черный. Еще раз подытожу, вот эта тушь Miss Curl мой фаворит. Наверное, с 2013 года эта тушь меняла несколько раз дизайн. Надеюсь, что Faberlic будет только совершенствовать ее. И весной, и осенью, и зимой. То есть вот они, любимчики. Ну, а вот эта тушь, она, конечно же, на любителя. Спасибо за внимание. Пока-пока.